спортсменов из разных государств формируются клубные команды, да, а команды из стран, они формируются только из спортсменов, которые имеют гражданство этой страны. Слово «возрождение» мне не нравится, я думаю, наш футбол никуда и не умирал. Скажем так, никогда мы чемпионом мира не становились, да, один раз чемпионом Европы мы только становились, но сколько там, 6 лет назад мы стали там третьими, да, на чемпионате Европы, обыграв там Голландию, да, и проиграв только Испании 2 раза. Поэтому наш футбол никуда не умирал, просто он как бы сдваивал обороты, мне больше этот термин нравится. Сейчас он, безусловно, то, что мы пробились, и с первого места вышли из группы, и едем напрямую на чемпионат мира, я думаю, что, ну, наш футбол не умирал, и ничего с ним не было, но он набирает обороты, я думаю, что впредь мы будем занимать более высокие места, мне бы так хотелось.